Добрый день, дорогие друзья. Я, конечно, с удовольствием выполню почетную миссию передать слова приветствия от губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, от правительства Омской области, от нашего замечательного города, который мы очень любим, и вообще от всех моих земляков. Это одно из тех мероприятий, которые вы точно будете вспоминать всю свою жизнь. Интересный молодежный форум, который представил представителей из двух стран, это Россия и Казахстан, интересные секции, интересные направления. Спасибо за этот форум. Я надеюсь, что эта платформа, этот форум станет некой стартовой площадкой для многих из нас, для того, чтобы усилить сотрудничество между нашими странами. Молодежная политика – это абсолютно точно настоящая двух наших стран. И в этой части на нас лежит большая ответственность. У казахов есть замечательная пословица «Достык жёг жерде табзжёг», что в переводе означает «где нет дружбы, там нет успеха». И очень радует, что и первое, и второе у нас существует в избытке. Сегодняшний день прошел настолько плодотворно, я чувствую, что дискуссии за столами даже не заканчиваются.